Университет Центральной Азии является одним из партнеров глобального проекта «Устойчивое развитие инфраструктуры в Азии». И мы ответственны за создание региональной сети знаний в Центральной Азии, которая охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Монголию. А в рамках этого проекта мы проводим исследования по переходу стран Центральной Азии к декарбонизации в транспортном секторе. Я хотела бы вкратце рассказать об итогах нашего исследования, которое направлено на оценку существующих трендов в инвестициях, направленных на транспортные проекты, и в целом ситуации в этих странах и готовности к переходу к декарбонизации и реализации целей парижской повестки. В первую очередь хотелось бы отметить, что, конечно, даже в общем объеме за 15 лет все страны Центральной Азии вместе инвестировали 55 миллиардов долларов США, что очень маленькая цифра, это примерно 3,6 миллиарда в год. Для сравнения, один только Китай ежегодно инвестирует 800 миллиардов долларов в год только в транспортную инфраструктуру. Соответственно, конечно, очень низкий, уровень инвестиций в транспортную инфраструктуру отражается на низком качестве транспортной инфраструктуры в Центральной Азии, что не позволяет странам Центральной Азии полноценно участвовать в международной торговле. Более того, можно отметить, что существуют неравноправные условия. Некоторые страны Центральной Азии имеют очень низкие финансовые ресурсы для инвестирования в инфраструктуру. Соответственно, они очень сильно зависят от внешних доноров и от правительства Китая и частных банков Китая. Соответственно, они не могут самостоятельно развивать транспортную инфраструктуру, и это связано с какими-то обязательствами, которые они берут на себя, подписывая международные соглашения. Более того, заметно, что динамика инвестиций, она нестабильна. То есть какие-то годы являют большие скачки в объеме инвестиций, в какие-то годы идет спад почти в 5-6 раз. В основном эти инвестиции связаны с реализацией крупных проектов, направленных на развитие международных транспортных коридоров. И в целом в объеме инвестиций высокую долю занимает такие виды транспортных проектов, как улучшение качества дорог. Тем не менее, пока еще в странах Центральной Азии качество дорог не достигло того уровня качества и безопасности, которое бы соответствовало международным стандартам. Почему это происходит? В целом, инвестиции, направляемые на улучшение качества транспортных дорог, они в основном сосредоточены на автомобильных дорогах, расположен вдоль транспортных коридоров. Очень мало инвестиций идут на развитие региональных и местных дорог. Соответственно, это снижает возможность малого и среднего бизнеса или местных производителей товаров и услуг подключаться к международным рынкам и выводить свои местные товары на международные рынки. А более того, если говорить о декарбонизации, то в целом политика всех стран Центральной Азии достаточно оптимистична. Они на стратегическом уровне объявляют о готовности к переходу к декарбонизации. Даже некоторые страны, как Казахстан, объявляют о возможности достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Однако, если сделать обзор политики данных стран, то видно, что пока существуют некоторые опасения попасть в углеродную ловушку, поскольку общественный транспорт развивается, но он развивается в основном в крупных городах, а очень мало внимания уделяется региональному общественному транспорту. Железнодорожный транспорт также имеет большое развитие, и в том числе делается очень много для электрификации железных дорог. Но опять же, электричество, которое используют данные железные дороги, не работает за счет чистой энергии. И последний момент очень важный – это то, что очень маленькая доля инвестиций пока еще направляется на развитие логистики и информационных транспортных систем. И хотелось бы, чтобы данный момент учитывался, особенно при развитии транспортно-логистических узлов, так как информационные технологии и высокий уровень логистики позволяют достижению снижения углеродных выбросов на всех уровнях.
Вот вкратце наши выводы. Мы еще продолжаем работу и будем рады получить обратную связь.